Всем привет! С вами Кононова Анна и интернет-проект Faberlic Online. И в этом видео мы с вами обсудим новинки обуви по каталогу 6 2018 года компании Faberlic. Помогать мне будет дочь Екатерина, дочечка Виктория и свекровь Ираида Геннадьевна. Ну что ж, давайте же начнем с самого маленького, потому что маленькие детки у нас нетерпеливые. И мы с вами обсудим вот такую вот модельку. Очень классные, они очень-очень легкие. Прошиты, как вы видите, качественно, хорошо. Называются они туфли летние для девочек. Верх идет в составе текстиль, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва резина. Очень удобные, очень такие классные. Размер мы заказали 29, сейчас вторую будем одевать, мы уже ждем. Да, размер мы заказали 29, они идут на такой вот красивой липучечке. И тут вот сзади липучки нет, но как оно смотрится на ноге? Сейчас я вам увеличу. Сейчас я вам увеличу, и вы увидите, как оно смотрится на ножке. Ирин, ну что скажешь, как они сидят? Да, удобно и легко. Да, видите, все, она в них играет. Ей по ноге, наверное, нормально, да, длина ноги. Пальчик в каком месте, все хорошо, да? Позже в комментариях, в инфобоксе я скину длину ножки Виктории, чтобы вы могли ориентироваться. Мы ее смерим всяко разно. У нас как раз-таки высокий взъем у ножки. Ножка очень полненькая, и получается, что мы не можем очень много обуви носить из-за высокого взъема. Да, красавица, умница. И вторые вот такие вот туфельки. Так, они смотрятся намного свежее, намного лучше. Да, то есть это, я так понимаю, гулять после дождичка, меньше будет грязи на них видно, да, а эти в какую-то сухую летнюю погоду. Что мне понравилось, да, то есть тут ножка проветривается, тут проветривается, но малыш, гуляя по песочку, не будет собирать вот этот вот весь дудор, который есть в песочнице, знаете, вот всякая пыль, вот это вот все. Мне кажется, очень удобно, что носочек именно закрыт, потому что когда мы раньше покупали без, ну, как бы тут вот с дырочкой, да, то у нас получалась очень даже нехорошая история. Ноги всегда были черные, всегда там был песок, где-то ножки натирались, да, особенно вот, вот в этом месте ножка очень сильно натиралась. А тут я думаю, что даже в песочнице они подойдут играть. Вот, это у нас с вами идут туфли летние для девочек. Цвет красный, размер 29, артикул 51307. Состав идентичный предыдущей модели. Да, вот такая вот красота. Викуся, показывайся. Тебе надо камеру, да? Здорово, классно, легко, ребенок в них играет, и все, она вчера в них уже успела побегать немножко, и, если честно, никаких движений не затрудняет, да, то есть они очень хорошо смотрятся на ножке, и все как бы просто великолепно. Увидим следующие кроссовочки для девочки, очень красиво, очень симпатично, классные, прям мне не очень-очень понравились. Понравились чем? Понравились они мне чем? Тем, что, вы знаете, когда вы уже отрегулируете взъем стопы, завяжете шнурки, вы их уже так и оставите, да, и уже вот тут вот сбоку есть молния, на которую вы застегиваете и расстегиваете, что очень удобно, потому что дети, ну, не умеют шнуроваться, это делают родители за них, а тут, в принципе, один раз вы отрегулировали по взъему, и потом вы уже носите. Вот, это размер 29. Тут немножко порвано, сейчас вместе будем читать. Это полуботинки для девочек, цвет розовый, размер 29. Артикул у них идет 51321. Верх искусственная кожа, текстиль, подкладка, текстиль, стелька, текстиль и подошва резина. Они не грубые, но и не сильно мягкие, да, то есть они такие хорошенькие. Смотрите, как они классно смотрятся. Шнурочки можно снаружи, можно внутри их сделать, да, их можно носить на колготочки, на носочки. Можно носить и с джинсами, и с юбочкой, и с платьишком, и будет очень красиво смотреться. Очень красиво. Мне кажется, что это прямо вот... Я бы заказала вторые.
Следующие туфельки мы с вами одеваем вот такую вот красоту. Это туфли для девочек, цвет золотой, размер 29. Очень красиво смотрится, великолепного тоже качества. Подошва такая, знаете, грубоватая, я бы сказала, но не такая сильно грубая, да, и они идут потяжелее, чем предыдущая моделька. Тяжелее так раза в два, наверное. Тут у нас, как вы видите, 29 размер, хотя по нашим размерам у нас 27, но 27 нам взъем вообще не подходит. И, конечно, компания Faberlic предусмотрела тут тоже высокий взъем ножку, и получилось так, что малышу удобно, ему не давит из-за того, что тут вставлены резиночки, и взъем регулируется. Ну, в общем, посмотрите, какая красота. Пяточка очень мягкая, да, нам нравятся они, видите, они нам нравятся, мы кривляемся. Красота. Вот как они смотрятся сзади. Да. Отлично просто. Да. Девочка любуется. Хорошенькие. И в садик подойдут, и по улочке подойдут ходить. Да, и по улочке подойдут ходить. И вообще, как бы я, если честно, очень довольна вот и кроссовочками, и вот этой вот парой туфлей. Просто вот, и знаете, расцветка такая, что она подойдет ко всему. Она подойдет ко всему и очень даже со вкусом будет смотреться. Теперь мы с моей старшей дочкой Екатериной, нам скоро 18 лет, конечно же, будем мерить вот такую вот новую коллекцию. Катюш, ну как она тебе на вид, во-первых? Кеды женские, цвет идет у них синий, размер 37, артикул 88-42-74. Вверх у них идет искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва резина. Кать, как они тебе на ноге? Грубоватые, не грубоватые? Так, тут смотрите, идет резиночка, как регулятор взъема, довольно таки тугая. Вот, на 5 ниточки они, в принципе, достаются легко, но вот, как вы видите, есть такие вот погрешности, что их нужно убирать. Вот, внутренность, все очень хорошо. Вот, подошва такая, да, грубенькая. На, Катюша, меряй. Встань, пройди с них, удобные, неудобные. Как ты считаешь? Не складываются. И тебе по комфорту, Катенька. Они удобные, свободные, мягкие. А как нога сгибается? Достаточно хорошо. Но они тебе слегка великоваты, да? Да. Длину стопы Екатерины мы тоже выложим. Вот. Ну, скажи, пожалуйста, с чем ты их будешь носить? Со штанами, с джинсами, да, наверное? Совсем. Нравится? Угу. Нравится, да? Будем носить. Ну, на самом деле, да, они смотрятся очень даже хорошо. Они не смотрятся там, допустим, как какая-то дешевая обувь. Они очень даже хорошо, да, смотрятся, и мне они реально понравились. Красные они точно-точно такие же, это кеды женские, цвет красный, размер 37, артикул 884-281. А вверх у них идет искусственная кожа, также подкладка текстиль, подошва резина. Давайте посмотрим. Вот такая, вот такие вот, да, то есть все немножко тебе великоваты. Все-таки надо было заказывать 36 размер, да? Да, ну вот, наверное, синие тоже 36, да, ты хочешь? Конечно. Да, то есть будем отправлять из-за того, что не подошел размер, на возврат, и будем менять, скорее всего, на 36 размер, но снимать уже не будем, как после того, как обменяем, потому что я думаю, что смысла нет. Вот, ну, в принципе, Кать, как тебе красные? Стиль вот это вот, что да, они модные. Хорошенькие, да? Будем перезаказывать, да, на размер меньше? Да, конечно. Скорее всего. Ну, подумаешь, да? Но мне не лично вообще понравились. Они сидят на ноге удобно, классно. А взъем, Кать, не давит? Нет. Взъем не давит, да?
Ну, а твое мнение, как молодежи о них? Вот тебе 17 с половиной лет. Молодежь сейчас ходит вот в таких вот кедах. Да, ходит. У меня друзья таких почти что ходят. Ну что ж, ладно. Ну и давай посмотрим беленькие. Беленькие, мне кажется, они будут самые проблематичные в носке, да. Но опять-таки они самые такие стильные, да. Там идет сочетание синего и белого. Это у нас с вами... Кеды женские, белый цвет, размер 37, артикул 884-267. Я, скорее всего, себе тоже такие вот закажу, потому что они мне понравились. Они смотрятся реально стильно, реально классно, и в них даже удобно будет сходить и в магазин, да, то есть и на шопинг. Очень-очень стильно смотрятся вот именно вот эти, да, потому что они идут, как бы контраст играет, да, тут синий и белый. Мне они реально понравились, и они очень аккуратные. И вы знаете, кто переживает, как чистить подошву, то в компании Faberlic есть такие вот салфеточки, которые идут как от пятен, да, вот я этими салфеточками чищу все белые подошвы, все белые туфли, и они просто идеально новые всегда. Кать, ну как тебе в целом эта коллекция? Комфортно ли ноге, мягко ли? Как, да, ты думаешь, будет ли тебе натирать ногу? Нет, я думаю, что не будет. Не будет? Ну, расскажи, что вот, какие у тебя ощущения? Ну, удобно, очень удобно. Удобно, а не пружинит подошва, нет? Подошва нет, не пружинит. А как ты думаешь, будет ли потеть в них нога? Нет, не будет. Угу. Не будет, я, да? Потому что будет нога дышать. Угу. Ну вот такие вот они красивые. Вы знаете, мне они очень понравились. Все три пары. Я не знаю, с чем нам носить красные, Кать, вот не знаю, с чем красные. Но вот белые и синие — это точно наш фаворит на весну. И мы с удовольствием будем их носить, я в этом уверена. И я себе закажу такие же, потому что эти мне немножко маловаты оказались. Все-таки мой размер 38. Ну что ж, с вами была Екатерина Андреевна. Катюш, спасибо тебе огромное. Вот, а сейчас мы перейдем к Ираиде Геннадьевне. Ираида Геннадьевна, конечно же, влюбилась вот в такие вот туфельки. Я уже сразу же их одела, но на удивление ноги у нас одинаковые. Да, и тут есть такая особенность у этих туфлей. Темно-синие туфли идут размером 38, белые туфли тоже идут размером 38, но белые туфли нам свободные и комфортные, а синие туфли чуть-чуть немножко давят. Что у нас получается? Получается то, что мы не знаем почему, потому что это заказ по ВИПу, точно туфли не мерили заранее, и почему-то у нас так получилось, что мы, в принципе, две пары, обе пары оставляем, оставляем почему? Потому что, ну, реально они нам понравились, вот они вблизи. Посмотрим вблизи на туфельки, да, аккуратные, все шовчики на месте, все здорово там, да, где-то какой-то клей, говорят, везде торчит. Но вот вы знаете, мне почему-то ни разу не попалось ни одного брака в туфлях пока что, да, то есть я не знаю, может быть, мне повезло, но они идеальные. А еще, кстати, на Ютубе, Ираида Геннадьевна, на Ютубе спрашивали, будут ли они натирать пятки. Как нет. Вы думаете, не будут? Нет, нет. Не будут. Пятки свободны. Как вам по взъему, по ширине? Давайте, все рассказывайте. Ваши впечатления, когда вы их увидели первый раз? Очень симпатичные. Носиться будут это, с вот джинсами, с юбочкой хорошо они будут смотреться. Что еще? Как? Ну, вообще-то удобные. Удобно, колодка, удобно, комфортная, да, нога, да, да, себя чувствует? Да, ей надо какой каблук, 4 сантиметра, вот сказали, что он носит, он как раз подходит под это. Тут каблук, высота каблука не указана. Да. Наверное, все-таки тут 6 сантиметров. Нет, нет, нет. 4? Угу. Ну, я что-то вот... Да. Тут, да, нету в аннотации. Мне кажется, что это 6. Что это 6 сантиметров. Ну, конечно, да, туфли классные. Итак, да, всем прям советую. Очень нам подошли, очень понравились.
А, значит, синие туфельки, давайте посмотрим аннотацию. Ой, беленькие, да, у них артикул 884-324. А, верх, подкладка, стелька, искусственная кожа, подошва тунит. Да, вот такая вот подошва, очень интересная. Да, полосатик такой, вот такой вот каблучок, хорошая набойка, в комплект вторые набойки не входят, да, то есть вся обувь и детская, и взрослая приходит вот в таких вот пакетиках симпатичных, очень даже удобных, и все приходит с наклеечками и с аннотацией, вот. Ну и сейчас я попрошу Ираиду Геннадьевну померить еще вот такие вот туфельки, это, так, вот, это туфельки очень интересные. Смотрите, какой прикольный каблучок. Я удивилась, когда его увидела. А, каблук на самом деле стоящий, на самом деле классный. Удобно. Удобно? Вообще, да. Ага. Прям вообще, удобно? Да, да, так и вот наша, как будто дома наша. Ага. Да, очки такие, да, удобно очень. Вот я встала, и удобно. Да. Хорошо. Да. Хорошо. Ноги хорошо смотрятся. Ага, значит, это у нас... Вообще даже... Все, берем, да? Никаких возвратов. Да, нет. Все три пары Ираида Геннадьевна взяла с удовольствием, потому что, ну, на самом деле, модельки стоящие, во-первых. Во-вторых, они современные, да, то есть и старомодно в них никогда мы выглядеть не будем. Итак, это туфли женские, цвет белый, размер 38, артикул 884-303. Как вы видите, они идут немножко лакированные. Так, сейчас я увеличу ножку. Они идут немножко лакированные, и также они подойдут и с джинсами, и с брюками, и с платьем. А, то есть такая вот великолепная, великолепнейшая моделька. Сейчас еще посильнее увеличу, чтобы вам было хорошо видно. А, то есть вот такая вот моделька, хорошенькая, мягкая. И прям видно, да, что ножку не передавили. Вообще, да, вообще. Удобно вообще, да. Да, ну, очень, да, хорошо, да, колодка нам подошла. Да. Итак, состав изделия. Верх искусственная лаковая кожа, подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва тунит. Вот такие вот великолепные туфельки. Вот, я думаю, что качество у всей обуви реально на высоте. А в шкафу, я не знаю, сколько их пар, я уже не могу их пересчитать, я ношу их все по очереди, они легко моются, легко стираются, замшину бук легко перекрашивается, не вытираются, не стираются и просто идеально носятся. Поэтому, как бы, в принципе, мы очень довольны. Так, походу возврата не будет. Вон ложечка. Есть ложечка. Походу возврата не будет. Нет, одни, больше одни. Да ладно, мери. Ну и как? Хорошо, смотри, из-за того, что ложку не одела, тебе там это обратно надо снять и держать их, когда одеваешь. Держать за это и ложкой одевать, тогда будет удобно. Да, то есть тут надо держать, потому что резинка сверху, потом не поправить стелечку. Ты сядь, или неудобно? Да, вот так вот. Вот так вот. Они потом разносятся, конечно. И надо снимать. Тут никак их не вытянуть. Угу. Ну, стильно, конечно, смотрится. Вот это беленькое торчит с синеньким. Они смотрятся интересно. Интересно, да? Ну, то есть как раз, да? Ну, то есть а размер у тебя свой 38, да? 37 свой, то есть они идут как большемерки, да, кроссовочки идут как большемерки, я так понимаю. А у меня тоже свой 37, но у меня широкая нога, я не могу носить 37 размер. Свободно даже? Свободно, свободно. Ну вот Катя, они были велики, да. Да, ей надо 36-35 Фаберлик заказывать. Ну что, берешь себе, да? Ну, хороши, хороши на самом деле. Ну что ж, дорогие зрители видео, спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Да, мы старались для вас снять хорошие обзоры. Как вы видите, один возврат у нас предотвращен. Ничего на возврат мы вообще абсолютно не будем отправлять. А если что-то где-то некачественно, вот, мы будем отправлять на возврат только из-за того, что не подошел размер. Да, вот эти вот белые и красные. И поменяем дочки, да, то есть закажем дополнительно синие и закажем 36 размер белых и красных, если, конечно, они будут на складе, потому что модельки действительно стоящие, действительно очень понравились, и, как вы видите, они нравятся и подросткам, и людям, которые уже даже вышли на пенсию, очень удобно. И на самом деле они выглядят недешево, они выглядят очень даже представительно, вот даже если издалека в зеркало посмотреть, то ну просто красота, мне они нравятся. И детская обувь, конечно, да, на высоте, опять-таки классная, опять-таки суперская. Ну что ж, всем пока.